Всем бум, дорогие друзья, с вами я, Камиль Тинти, и сегодня я расскажу, как поставить фотки на телефоне. Для начала заходите на видео. Потом нажимаете кнопочку. Эй, как... Потом... Невплановая реклама. Потом нажимаем на эту кнопку. И потом... Вы нажимаете на «Изменить», и в документах вы ищете саму фотку. Ну, сразу говорю, у меня выскакивает лично сам проводник, и там я очень долго ищу. Так что я уже заранее подготовился и подготовил сохранение. Как вы видите, фотка подготовлена. Дальше тут у вас будет третья кнопка добавить, скажем так, свою, другую фотку. И нажимайте на кнопку «Документы». Потом, и тут можно посмотреть рейтинги и все такое. Дальше нажимаете кнопку «Сохранить». Вопрос, почему у меня надписи на пол экрана? В смысле, почему они срезаны? Дальше вы должны подождать где-то максимум час или немного. Потому что фотка обрабатывается, но она уже в обработке и все уже сделано. Если я перезайду, у меня появится тут фотка и все будет нормально. И сразу повторяюсь, это все делается со специально с сайта самого Ютаба. И если наберем на следующем под этим видео мы наберем 3 лайка, я выпущу видео, как же включить оригинальную версию на смартфоне. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Камиль Тинти. Большого взрыва эмоций. Всем удачи и всем пока!